Продолжаем выпуск. В Карамакши состоялась очередная 27-я конференция районного филиала партии «Нур Отан». На конференции председателем карамакшинского филиала партии избран аким района Муса Калдарбеков. На сегодня по области в рядах партии состоят свыше 47 тысяч кызылординцев, действуют 252 первичные организации. Напомним, на политсовете председатель партии Нур Отан Елбасы Нурсултан Назарбаев определил основные направления модернизации партии. Это усиление роли первичных организаций, это борьба с коррупцией, работа с населением, особое внимание молодежи. Также усиление организационной, информационной и идеологической работы партии. Отмечено, в этих направлениях работа должна проводиться системно. Была подчеркнута роль каждого партийца в реализации поставленных перед партией задач. Самое главное, чтобы представители партии были ближе к народу. Это и оказание помощи нуждающимся, их всемерная поддержка, помощь в поиске эффективных решений вопросов общества. Для этого все члены партии по всей стране должны принять активное участие в реализации всех поставленных задач.